Jak informuje Le Figaro, stosowanie w środkach masowego przekazu dyskretnych metod psychologicznych doprowadziło do nagłego zwiększenia wykrywalności. Посредством тонкого использования психологии средств массовой информации. Факт в том, что преступники следят за освещением преступлений в СМИ, чтобы судить о ходе полицейского расследования. Этот интерес является компульсивным и может быть использован, чтобы повлиять на их поведение. Уважаемые интеллектуалы и художники, привлечены полицией, поскольку консультанты находят, что слово «провод» не вызывает чувство вины невинным человеком, но это заставляет преступника, который задушил жертву, паниковать и терять над собой контроль. Такие методы используются в рассказах, не связанных с конкретным преступлением. Еще более тонкий способ, возбуждающий страх, это преднамеренное обращение с солицизмом, к искажениям языка и так далее. Это создает параноидальную атмосферу и приводит к потоку признаний в отношении совершенных преступлений. Эти новые методы восстанавливают репутацию французской полиции как самой эффективной силы в мире, которую она потеряла по сравнению с службами безопасности, использующими строго научные методы.